В день проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией 16 марта на горе Госфорта в Севастополе развернут занесенный в Книгу рекордов Гиннесса самый большой в мире флаг России. Известно, что площадь полотна составляет 1500 квадратных метров. Ранее этот триколор уже побывал на Байкале и на Северном полюсе. Поднятие флага состоится после автомотопробега «Симферополь-Севастополь-гора Госфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий Крымской весны 2014 года, члены мотоклуба «Ночные волки», а также все желающие. Начало сбора симферопольской автомотоколонны намечено на 9 часов утра на площади перед зданием Совета министров Крыма. Мероприятие стартует в 10 часов утра. Севастопольская колонна собирается на вертолетной площадке на Сапун-горе в 11 часов 30 минут. После соединения общая колонна направится на гору Госфорта через площадь Нахимова.